арт-группа «Незваные гости», общественники и правозащитники из Башкирии. Мы приехали в Краснокамский район, побывали в последнюю неделю в нескольких разных селах, поучаствовали в нескольких народных сходах в этих деревнях и выяснили, что помимо выясненных нами до этого проблем коррупции в районе, есть вытекающие из нее проблемы социальные. Оказалось, что жители Краснокамского района не обеспечены элементарными жизненно необходимыми благами. Это прежде всего газоснабжение, водоснабжение и отсутствие хороших дорог. Поэтому сегодня мы собрались здесь для того, чтобы подарить главе Краснокамского района Гильмулину в качестве напоминания, предупреждения о том, что необходимо заботиться о жителях района. Вот эти вот три предмета. Два. Значит, три на самом деле. Вот есть зажигалка, маленький предмет, который призван напомнить значит, главе района Гильмулину о том, что невозможно без газоснабжения нормальная жизнь селян. Ведро, вот это вот пустое ведро, говорит о том, что невозможно нормально жить без воды, без водоснабжения. Ну, а лопата должна напомнить Гильмулину о том, что необходимо заниматься строительством дорог, потому что мы живем в 21 веке, а до сих пор жители села, особенно старики и дети, вынуждены карабкаться по ухабам, по грязи туда, куда им нужно. Хочу, чтоб ведра сами в избу пошли. Давайте оставим тогда здесь на проходной три волшебных предмета. Вот. Передайте их обязательно главе района Гильмулину и скажите, что от того, как он отреагирует на наш благожелательный жест, зависит то, как к нему будут относиться жители предстоящей митинги. Ну, как я уже и говорил, это значит зажигалка, которая призвана напомнить главе администрации о том, что необходимо газифицировать села, ведро, в котором должна быть вода, это напоминание о том, что необходимо провести водоснабжение значит, в деревне Краснокамского района, и лопаты для того, чтобы работать, строить дороги. Да? Гильмулина, отставку. Молодежь пошла, чему вас только учат. В селе Николы Березовки Краснокамского района состоится митинг. Вместе с жителями мы потребуем решения социальных проблем, проблем благоустройства Краснокамского района. Потребуем, чтобы в селах наконец-то было проведено водоснабжение, газоснабжение, были построены нормальные дороги, ведь на это выделяются немалые бюджетные средства. И также, если администрация не станет выполнять законные требования граждан, мы потребуем ее отставки. Приходите 31 января в 17 часов, Дворец молодежи, село Никола Березовка, Краснокамский район. Будьте здоровы, не простужайтесь.